Все картины из серии «Жили-были» выполнены непривычным для мастера способом. Рисовал их Павел Николаев левой рукой. У художника случился инсульт, и ему пришлось переложить кисть в здоровую руку. Художнику было нелегко, но от этого, отмечают посетители выставки, картины кажутся еще ценнее. Собственный стиль автор называет готическим наивом. Очень уж мастеру нравится искусство средневековья. Я представлял себя художником средневековым, как будто я пишу, чтобы это максимально было приближено к тем временам. Краски современные, методы тоже современные, но все это должна быть ручная работа. Все вплоть до рамы, потому что рама здесь в работах играет свою роль. Ну, то же самое, да, это продолжение работы. На картинах мир и персонажи, придуманные самим художником. От каждой работы, отмечают зрители, веет добро. Такого результата и добивался Павел Николаев. Отмечает, что его цель – творить добро и демонстрировать его через такую неземную, сказочную жизнь. Отсюда и название экспозиции «Жили-были». Следующая выставка, обещает мастер, будет посвящена Сочи. Правда, работы уже будут выполнены на холсте.